Я сказав, що ви там відміняєте цих музикантів? Ну, общість вкусу і музикальних предпочтінь. Вот. Но это еще не все. Что общего у этих музыкантов? Все они композиторы. Ну, то, что Сергей Иванов там демонстрировал, вы знаете. Все они аранжировщики. А Сергей Иванов вам знаком, ну, наверное, с тех фестивалей, вот, с первой каденции донецких джазовых фестивалей Донецк 100-112, да, 116, 120. И неизменно Сергей выступал трио из Горловки Сергея Иванова. Вот свои предпочтения трио, как у Оскара Питерсона, вот сегодня здесь он в трио выступает. Максим Гладецкий, наш киевский гость, в прошлом году на фестивале Jazz Forum 2010 он выступал здесь, он композитор, аранжировщик, ну так для примера. Фильм «Стилягов» видели, наверное, и слышали. Он всю музыку к фильму аранжировал Максим Владимирович. Валерий Волков, ну, вроде как за барабаном не сидит, но он тоже композитор. Вот. Клавиши. Чтобы вас убедить до конца, скажу, что Валерий Волков записал диск с братьями-брейкерами Майклом и Рэнди Брейкером из Соединенных Штатов. Диск авторской музыки Валерия Волкова. Это лекарь, наверное, уже неизвестно. Ну и поскольку сегодня вечер джазовой музыки, то, как вы понимаете, джазовый вечер без блюза обойтись не может. Сейчас прозвучит такая тема Курлевича, Анжея Курлевича «Тубе», блюз, к которому к трио присоединится еще уже хорошо знакомый вам Антон Качок.